Уже сделали все? Да, дефектовку сделали. И уже сейчас по дефектовке отрабатываете? Да. Понятно. А сколько сейчас человек на площадке? На площадке сегодня 68 человек. Часть фасадов уже начали демонтировать, минвату кое-где там плафу сняли. Вот, начали выставлять леса, чтобы уже подготовка была там к нижнему этажу. Понятно. Компания «Гранель» зашла на достройку данного объекта, уже сделано обследование, проведена дефектовка, демонтирован дефектованный фасад, значит, снята минеральная вата, ну и дальше все работы будут вестись по графику. Срок ввода жилого дома у нас это этот год, декабрь. Будем стараться, конечно же, раньше сокращать все сроки, чтобы максимально наших жителей порадовать к Новому году.